Это Напа Вейли. Здесь много вина и винограда. На севере Сан-Франциско, в 50 километрах от города, располагается калифорнийский рай для виноделов. Район Напа Вейли. Здесь огромные территории усажены виноградниками. Мы ехали из Беркли до Напы на машине около часа, а из центра Сан-Франциско получится примерно полтора часа. Долина калифорнийских виноделов устроена просто. Вы едете по дороге и видите справа и слева различные винодельни. В любую из них вы можете заехать на дегустацию нескольких сортов вин. Мы с удовольствием посетили дегустацию в одной из семейных виноделен, где нам предложили на пробу 6 видов вина. Дегустация стоила $20 на человека. Кстати, в Штатах по закону водителю допускается выпить алкоголя и сесть потом снова за руль. Но вот если произошло ДТП и вас признали виновным, тогда вас ждут большие неприятности. На этом все. Хорошего вам настроения. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш канал о путешествиях, бизнесе и жизни в формате постоянного эксперимента. Просто кликните на кнопку на экране, и тогда вы не пропустите наши новые материалы. Удачи и хорошего отдыха!